Во вкладке Basic нажимаем Snaps and Precision. Выбираем Size Absolute. Инструмент Size Absolute позволяет масштабировать объект с заданием точных величин, то есть миллиметров, метров, а не процентов, как обычный Scale. Для начала нужно выбрать центр масштабирования. Делается это левым кликом мыши по поверхности. Выбираем Vertex в качестве центра масштабирования. Крепим эту круглую рукоятку, перетаскивая ее к другому Vertex. Это расстояние отображается в графе Absolute Z. Синяя ось – это Z. И также в Relative Z это значение также заносится. Но здесь его можно изменить для последующего масштабирования. То есть, к примеру, если это расстояние должно быть равно, к примеру, 1 метру, мы сюда это значение вводим и получаем пропорционально смасштабированный меж с расстоянием между заданными вертексами ровно в 1 метр. Также можно совершать масштабирование по всем направлениям на разных участках.